И снова всем привет, ребята. Начинаем посылочка из Китая от компании BlackView A70. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно. Здесь с большим экраном 6,53, аккумуляторов 5300 идет, 3 гигабайта оперативки, 32 из постоянной. И, ребят, па-бам-па-бам, Spectrum 93, там 60, я не знаю. Ну что, глянем Antutu, но в конечном итоге, знаете, ты включаешь и смотришь, что за процессор, и китайцы тихонечко умалчивают в такую ситуацию. В конечном итоге включим Antutu и глянем. Здесь акцентируется, что актуальный Android у нас идет по экранчику, по памяти и по камерам. Ну что, в теории, что мы сталкивались с ними, знаете, что днем вполне все классно, в темноте будет, естественно же, в полный хлам. Так, вскрываем упаковочку и смотрим. Извините, я вскрыл упаковку, знаете, спонтанно все вот как-то оказалось. Здесь уже китайцы, ну, чехольчик в комплекте идет и копирует, ну что, все компании, знаете, с буковками, что сбоку, но в чем плюс? Ты снимаешь чехла, и здесь чистюсенький пластик идет, что, знаете, вот так. Ну, честно, в черном он смотрится дешево, но вот именно в камеры сделано и красиво, и стильно. И что из плюсов, что сканер утоплен, тут, ну, что вполне комфортно. И сбоку у нас оказался еще и 3,5. Здесь включение и кнопочки громкости идут. Питание оказалось из микро USB, ребят. Да-да, ну что, печалька и такая бывает. Ну что, единственный динамик есть, я надеюсь, что все увидели. И самое, что прикол, вот честно, зачем мы скучали всем, сим-карты вставляются так. Вот вы прикиньте, да? Ага. За ту стоимость, что в китайцы указывают и хотят, я вот честно, я считаю, что трэш. Здесь у нас вставляется или симка, или карта памяти. Давайте попытаемся вставить тут что-нибудь первое и второе. Глянем, чем это закончится. Не сюда. Но здесь сим-карта вставляется, я так думаю. Или нет? Тут симка вставляется. И давайте все-таки попытаемся втыкнуть еще в сим-карту. Для спортивного интереса, знаете, чтобы все честно было. Я единственное, что сделал. Взял, скачал в танки в него и установил еще Antutu. Вставление сим-карты, вот, ребята, я надеюсь, что все вживую что видят это. Я не знаю, как вставить ее здесь. У меня сим-карта стандартная, и китайцы, о, не, все-таки вставляется. Вот чуть-чуть помучитесь, и все окей. По аккумулятору я надеюсь, что все увидят, что указано. Единственное, что из недостатков, что, знаете, крышечка снимается, то уже бы сделали, чтобы еще и снимался аккумулятор. По поводу, кстати, чехла, вот что сделан вполне, что по качеству вполне окей. Для таких компаний я считаю, что вполне, что все круто. В комплектации у нас идет еще интереснейшая инструкция. Я не думаю, что кто-то читать ее будет, но в любом случае вот стоило бы показать ее вам. Вот я специально из-за такой инструкции, потому что испортил упаковку. Питание идет, как, знаете, в телефонах и за 50 долларов, и за 100 долларов у компании ничего не изменилось. Блок питания оказался еще похуже и страшней. Честно, вот, знаете, ты смотришь, это просто издевательство. Так, автофокус включается и срабатывает. Что у нас с габаритами? Та-дам-та-дам. Включаем вот по экрану. Я надеюсь, что вы увидите до такой степени. Вот здесь, ну что, и толстые оказались, и рамки, и все полностью. Но вот честно, знаете, для китайца это вполне еще окей. Сканер, кстати, что включается и срабатывает, вполне терпимо. Честно, я еще сканирование от лица вот не включал, но думаю, в конечном итоге включается и срабатывает. Спускаем шторочку, чтобы глянули. Включается и фонарик у нас есть, и запись экрана. Все плюшки, знаете, скажем, то, к чему мы попривыкали. Тут включается все окей.
Сим-карту, я так думаю, что изначально, пока мы не сделаем паузу, секунду. Так, извините, упустил такую тему. Оказалось, что вот отключаешь телефон и включаешь, и в конечном итоге все окей. Потому что глянем особенности 11-го Андрюши, что у нас с диктофоном. Оказался ли он или китайцы его, естественно же, убрали. Да, вот видите, компания все-таки ушла и отключила в такую штуку. Надеюсь, что все изначально еще и увидели до такой степени в темный экран, или это только в первое впечатление. Есть. В чем плюс, что оказалось у нас еще FM-радио. Ну, знаете, вот есть же люди, кто использует и такую штуку. По установочкам, что у нас интересного окажется здесь? Ну, что указано, что S70 экранчик 720 на 1600 идет. 11-й Андрюша, вот, попытаемся тап-тап-тап, и включился. Я надеюсь, что все увидели, что все в целом, ну окей, 13К и селфи в пятерочка. А для чего вот эти две дырочки, ну, китайцы сделали? Вы знаете, вот если вы указали, что у нас используется единственная камера, я считаю, что здесь уже, знаете, чуть и глупо, и вот нечестно. Так, интересного здесь ничего мы вот не увидим. Если я смотрю, что у нас есть управление, если захотели, то включайте, чтобы спрятать нашу кнопочки. Вы знаете, и использовать экранчик на все 100%. Тут уже, конечно же, чуть-чуть комфортнее. Цифровое благополучие. Из 32 гигабайт там изначально оставалось 24, по-моему. Так что, ну, что в целом, знаете, вот, ну, что для бабушек, для мам вполне что хватит. Есть по аккумулятору, учитывающий в ту емкость, что китайцы указали, в теории все круто. Окажется, у нас есть еще и функция сканирования от лица. Но, знаете, как она сделана в таких в телефонах. Ого. Смотрите, прикол. Ты включаешься и срабатываешь. А так. Ну, вот знаете, я смотрю, что она включается и срабатывает, ну, что в любом вот случае, а сделаем вот так. Не, тишина, опа, и Ленька включается, срабатывает. Знаете, вот честно я вам скажу, что я не думал, что будет вполне еще комфортненько. Так, ну что приложение здесь вот неинтересно, извините, хлам. Что у нас и жестами? Есть управление, вот легкие. Ответ, отключение звука, активации. Вот это, вот знаете, вот никогда вот не включайте в такие все функции. Вот вы включаете, а в конечном итоге включите, что и то не так, и глючит в телефон, и все полностью. Вот самое вот лучшее, включайте управление еще и жестами, и по максимуму, что вот крутите. В таком случае комфортно использовать уже, что движение со свайпами. Есть отключение звонка, неинтересно, меню в питание, быстрое включение в камеры, тем более, потому что глупости. Звук и вибрация, ребят, чтобы вы услышали, что нам звук скажет. Я сделаю чуть громче, наверное, да? Опа. И все. Да, ассортимент их, ну, что в целом крупный, из-за чего-то оказалось, что и флешку вот не читает. Я так думаю, что из-за того, что вот Ленька засандалил в карточку еще в туда, где в сим-карты вставляются. Я стабильно, что делаю, знаете, в такую штуку. Вибрация тут есть, но по опыту я испытывать ее не хочу. Знаете, в телефон из дешевых идет, так что смешно. У нас есть автоматическое изменение от яркости, но я смотрю, что эффективности от такого вот нет. Вот если я сделаю, смотрите, по минимуму и включаешь по максимуму, ну, в теории вот что-то, да, изменяется. И чтобы глянули, вот как у нас по яркости ситуация, я специально по минимуму включаю и по максимуму. Не, ну, знаете, вот, кстати, вполне еще терпименько. В целом оказалось.
У нас есть изменение температуры. Кстати, впервые сталкиваюсь, у нас включается темная тема. Добавление значков. Поднимите вот руку, чтобы сделать экран светлее. Я так думаю, что эта функция, знаете, что означает? Что вот если, ну, телефон лежит, ты взял его, он опа, и включился, и сосканировал лицо, и открылся. О, я использовал, ну, что в десятке эту функцию, и включалась и срабатывала изумительно. По экранчикам, смотрите, и температура их отличается, и все полностью. Здесь я, что акцентировать их не хочу, стоимость сильно отличается, то я считаю, что глупо в конечном итоге окажется. Что еще здесь интересно? USB включается у нас, Bluetooth, естественно же, оплаты с помощью функции NFC у нас нет. Для спортивного интереса включаем еще ютубчик, чтобы глянуть вообще, вот как включается в такое диво и какую картинку покажет вот нам в конечном итоге. Ну и скорость включения. Так, извините, сделаю тише. У меня с ютубом из-за этого проблемы были. По качеству, чтобы глянули, вот просто для спортивного интереса, на что спектрум, да, и выкручиваю по максимуму экран. Тю. Честно, вот знаете, я включал и думал, что будет тупить и тормозить. В конечном итоге оказалось еще все вполне, ну, комфортно идет, экранчик и красивый, и яркий. Даже для компании я не думал, что все, ну, что до такой степени окажется вполне комфортно. Тут претензий уже вот не имеем, есть. Но, конечно же, включение и срабатывание, ну, что вообще YouTube оставляет желать лучшего. Так, же включим все-таки что-то из музыки. А так. Ну я ж не хочу, нет, не звук. Знаете, что-то я не то включил, наверное. А может что? Знаете, буду честным, хотя бы вот что из плюсов, что в кровь из ушей здесь точно вот не идет. Спасибо и на том в компании. Все-таки для спортивного интереса включим в те сайты, в которые мы иногда все смотрим, я так думаю, потому что большинство, кто увлекается телефонами, и именно и скорость загрузки всего картинки и сайтов, опа, включилось, захотели, включили, вот реклама Зельды есть. Окей, а давайте включим AliExpress. Жмем. Есть. Па-бам-па-бам. Так, все, естественно же, в гривнях. Что, я и скачал и его даже. Тю. На компанию еще увидим скорость включения приложения даже. Здесь окажется поинтереснее. Я вот честно включил только список в, там, в пару приложений. Но смотрите, вот изначально включается вполне еще терпимо. Но единственное, за ту стоимость, что он стоит, есть ему конкурентов тысячи просто. Это вообще, знаете, я не знаю, купил, знаете, чтобы купить. По Antutu, чтобы все в курсе были, 107 тысяч с копейками. И идет, смотрите, что еще указано. Вот просто для information, чтобы глянули. Здесь, ну скажем, интересной информации сильно вы, ну, что не увидите. Я говорю, в телефон отлично, потому что для меня был изначально вот неинтересен. Я просто купил, знаете, вот просто чтобы, ну, что был. В камеру. Вот здесь китайцы указывают, что 13 пикселей, и в теории все должно быть окей. 14,
4 к 3 включается. Я думаю, что в конечном итоге, вот если вы включаете 16 к 9, то окажется их 10 пикселей. Ничего с тех пор вот не изменилось. Включаем еще и знак, композиция, вот линия, антиблендинг. Попридумать же умные слова. Раз. Ну, меня интересует, честно говоря, автофокус, чтобы здесь был. Раз. И в чем плюс, что звука вот нет. Автофокус в целом включается и срабатывает. Спасибо и на том. Раз. У нас указано, что на камеру снят. Детализация. Ну, смотрите, при том, что, ну, честно, освещение плохое, изображение еще вполне терпимое. Я изначально думал сказать, что кажется в полный хлам. Ну, еще вполне все терпимо. Вот единственное, что ты вот держишь телефон, и он, скажем, чуть долговато думает. С функцией портрета впервые сталкиваюсь, ты включаешь, и для селфи сразу идет. На. Потому что ты включаешь и думает он вообще. Так, смотрите. 5 пикселя. Не, кстати, знаете, вот для 5 пикселей вполне окей. И, кстати, и с портретом, вот, чтобы я держал, что долго, вот, как попросил телефон, то я думаю, что в конечном итоге все бы оказалось окей. У нас оказались еще и фильтры, ребят. По видео, я думаю, по качеству здесь, естественно же, пишется. Не, кстати, еще вполне терпимо. И снова всем привет, ребята, на канале Зыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Blackview A70, чтобы глянули вот именно изменения цветов там и всякие, честно, умные слова. Раз, глянем. Я включаю. Всем привет, ребята, на канале Зыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Blackview A70, чтобы глянули вот именно изменения цветов там. Да. Потому что камера, конечно, чувствительная. Что из плюсов? Естественно, что пишется MP4, вот здесь им уже плюс. Ну, знаете, вот я всегда ищу, потому что где-то плюс. Извините, упустил, еще ж у нас есть основная камера. Оказалось и такое, делай качество, пишется из Full HD. Я еще, знаете, вообще в шоке буду. Вот если стабилизация окажется, то вообще будет бомба. Но стабилизации здесь, естественно, вот нету. И снова всем привет, ребят, вы на канале Зыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Blackview. Чтобы вы глянули, у меня здесь цветов 1000. Опа. Ну, знаете, кстати, я не знаю, что по фокусу. Включается и срабатывает. Я уже изначально что думал примахаться, что... И снова всем привет, ребята, на канале Зыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Blackview. Чтобы вы глянули, у меня здесь цветов 1000. Опа. Ну, знаете, кстати, я не знаю, что по фокусу. И снова всем привет, ребята, на канале Зыки из Китая. Не. Вот в чем прикол, что все-таки автофокус включается и срабатывает, уже, знаете, какая-то из претензий и снимается. В таймлэпс я не знаю на таком телефоне, честно, вот я бы, ну, и не пытался включить и снимать его. И для спортивного интереса сейчас сделаем вкаточку в танки, чтобы увидеть, на что способен Spectrum 98-63. О, что вспомнил, тут, кстати, картинка включена по минимуму. Я единственное, что скачал в текстуры HD. Но думаю, будет втупить, втормозить. И вообще, знаете, вот, все включено будет по полной. Но иногда бывают исключения. А вдруг все-таки компания Blackview сделала классный телефон. И вы будете счастливы и довольны. И рассказывать. Ох ты, Ленька, умничка, что показал нам в такой телефон. Ну, конечно, сомневаюсь, что так будет, но в любом случае. За компанию все увидят, с какой скоростью включается в такое чудо. Да, ребят. Не, знаете, оказалось бы, его стоимость в долларов 60
70, то да, претензий от не и не оба я, 100%. Но вот честно, я считаю, что цена с перебором. За такие же деньги, что бы я бы купил? В Кубот в P30, 100%. Кубот X20 с купонами именно из-за дизайна бы купил. 100% бы лучше купил Infinix Note 10 White, чтобы пусть он с 2 гигабайтами оперативки, но я считаю, что телефон в любом случае покруче будет. Кстати, по FPS-ке 60-ка идет. Прикиньте, да? Чудо. Ах ты. ...51 по FPS. А Шкода ж, по-моему, и с барабанами идут. Или я что-то не понимаю. Ай, блин, тормоз. Танкуем. Нет, не танкуем. Ну, значит, будем добивать. Опа, я в гусеницу ему. Ах ты мне попес. Ну, ушатали, смотрите, и просадка по FPS была до 44 у нас. И смотрите, ты, о, уж держишь в 30 копейках. К чему я? Что комфортно в игрушке на спектруме вы вот не поиграете. Ребят, я даже, ну что, извините, знаете, я вот не хочу что дальше показывать и рассказывать вот вам о таком уж телефоне. Да, вполне все комфортно. Единственное, что вот жалко в те деньги, что заплачены за в такое диво. Потому что лучше бы я купил две штуки в Кека в P11 и считаю, что было бы поинтересней. Отличия вот я вот не вижу. Да, в крупный экран, да, аккумулятор у нас есть, камера в теории окей. Но с таким же эспонтом вы купите для себя VQ A80F, по идее. Там 4 гигабайта оперативки, 64 из постоянной и просто покруче. Вот, ребят, вот просто вдумайте и не спешите делать такие вещи, что делает тут Ленька. Извините, что долго было, но вот я пытался и старался только для вас. Всем спасибо, пока.